Стой, я помою. Ну, погоди. Ты вчера мыл. А ты готовила, так что мыть буду я. Ну, или... Или давай лучше что-нибудь прикольное придумаем. Мыть будет тот, кто проиграет. Ты хочешь со мной сыграть? Да, ну да. Давай в эту твою игрушку на приставке. Спорим, я побью твой рекорд. Ты надеешься побить рекорд в моей игрушке на приставке? Ну да, что, испугалась? Да ты даже название не знаешь. А мне и не надо это знать. Я знаю, что там делать. Вам надо бегать и прыгать. А у меня к этому вообще-то прирожденный талант. Правда? Что, трусливая цыпочка, испугалась? Ну все, ладно, ковбой. Ладно, смотри и учись. Я вся внимание. Началось? Нет, грузится. Грузится? Да. Как же долго нужно ждать? Где твое терпение? Когда что-то включаешь, хочешь, чтобы... О, все, началось. Что-то не так? Нет, нет, просто... Как тут вообще... Как начать-то? Нажми кнопку «Старт». Я сам знал. Ну вот. Я знал. Короче, тебе нужно бежать на камеру. Бежать на камеру. Понял. А круг — это атака вращения. Вращение. И сжать крест для прыжка. Ясно. Перепрыгивай через ямы и препятствия. Это я умею. Да, убегает валуна. Почему он за мной катится? Просто беги от него. Я ему ничего не сделал. Да, есть, получилось. Это кто, лиса? Бандикут. Похож на лису. Да, как лиса в джинсах. Так, ломай ящики. Зачем лиса ломает ящик? Это бандикут. Ну, просто так. Да. Лиса, хоть и мало похожа. Неплохая графика. Правда? Mm-hmm. Yes. Кстати, лисы так не могут. Это бандикут. Какой же это бандикут? А ты хоть раз их видел? Нет, но вряд ли они носят кроссовки. Что, ничего, не совсем ужасно. Чего? И все, что ли? Ты сам нарвался. Это издевательство. Я же почти дошел. Ну, а ты еще попробуй. Давай, все или ничего. Мою машину уже давно пора Серьезно? Помыть. Ты меня еще подначивать Там будешь. Есть режим, называется легкий. Может, включишь? На нем, правда, ты очень Ты сейчас легко. У меня договоришься. Что ты сделаешь? Я тебя предупреждаю. Что ты сделаешь? Предупреждаю. Ну, по правде, ну что так, ты сделаешь? Я тебе сказал. Покажи. Ну я что ты сказал. По правде я сделаешь? Эй,